Пожалуй, будет несправедливым рассказывать о кофейных странах и обойти вниманием Англию. Слишком уж велика ее роль в формировании кофейных культур мира. На повестке дня у нас кофейная икра. Этот продукт появился лет 10 назад, и на него претендует ряд стран. Но я впервые увидел его в Англии. Называется этот процесс сферификация. Это раздел молекулярной кухни, когда жидкости придается сферическая форма. Кофе или соус какой-нибудь может быть превращен в капельку жидкости, покрытую оболочкой. На самом деле эта идея абсолютно не нова. Сферификация еще в 1942 году была запатентована в Великобритании. Так получилось, что лет на 50 она утратила свою актуальность, но в 90-х годах прошлого века ее стали возвращать в кухню гастрономические маркетологи. Поэтому я считаю, что будет правильным засчитать это кофейное очко за Англией. Англичане называют этот продукт кофейные жемчужины, потому что в их способе икринки получаются совсем маленькими. Они берут концентрированный кофе, раза в 4 гуще обычного, и шприцом накапывают его в лактат кальция. Не пугайтесь такого сложного названия, лактат кальция – это просто пищевая добавка, которую часто используют для сферификации. Благодаря ей любую жидкость можно превратить в шарик. Кстати, чтобы вы знали, когда вы покупаете оливки, часто внутри оливок есть такой маленький кусочек красного перца. Но чаще всего это не красный перец, а как раз созданный вот таким эффектом сферификации экстракт красного перца. Просто ему придали такую форму. Как я уже говорил, икринки, полученные таким способом, формируются очень мелкими. А вот другой метод, который вы легко можете использовать дома, это желатин. Здесь и икринки получаются покрупнее, и делаются они проще. Берется желатин, самое известное желирующее вещество. Заливается водой, добавляется горячий компонент, в данном случае это кофе. Берется емкость с растительным маслом, ее помещают в миску со льдом, она должна быть холодной. Это работает на контрасте, очень важно, чтобы масло было холодным. Желатиновая масса набирается в шприц и начинает капаться в масло по нескольку капель в одно место. Капельки получаются покрупнее, они немножко более твердые и чувствуется, что это желатиновая оболочка, но тем не менее выглядят красивее. Этот довольно несложный способ используется для украшения напитков, коктейлей, Бейлис, текилу украшают. Иногда кофейные шарики подаются с молочными шариками, и они лопаются у вас прямо во рту и получается, что человек как бы не пьет кофе с молоком, а кушает его. В общем, поле для креатива невероятное. Так что, если захотите, в принципе, довольно легко можете побаловать себя собственноручно приготовленной кофейной икрой.